У нас очередное родительское собрание, но буквально до сегодняшнего момента, а точнее до августа месяца в регионе, как и в других субъектах, не было создано родительского совета. И вот родительский совет, я имею в виду областной родительский совет, он теперь создан. И, в общем-то, сегодня будут собираться участники этого родительского совета впервые в том составе, в каком мы их закрепили, в каком они должны у нас быть. Родительский совет – это тема, вообще актуальная тема сегодняшнего дня, потому что основная задача для нас, для всех, для учителей, для всех педагогов, для управленцев, конечно же, для родителей, для учеников, в общем-то, составить открытый диалог с родителями. И как подчеркнул на буквально недавнем родительском форуме наш министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов, это именно выстроить открытый диалог с родителями по всем вопросам, которые касаются наших детей. И мы, в общем-то, уже, несмотря на то, что в нашем регионе делаем очень много, я считаю, что у нас очень активно работают родительские комитеты, советы на уровне каждой образовательной организации, то есть школ, детских садов, среднего профессионального образования. У нас созданы родительский всеобуч, который как раз проводит родительские собрания. У нас есть другие формы, например, штабы контроля по ремонтам образовательных организаций, по питанию детей. Но нам думается, что этого еще недостаточно для того, чтобы действительно выстроить систему открытого диалога с нашими родителями. Все-таки у родителей сегодня остается очень-очень много вопросов. Что происходит в системе образования, какие интересные проекты реализуются, что может система образования сегодня дать конкретному ребенку. Вопросы элементарного выстраивания профессиональной ориентации детей, вопросы безопасности детей, вопросы новых обновленных федеральных стандартов, это, то есть вопросы фактически, чему сегодня учат детей. Да? То есть это целая группа вопросов, которые постоянно интересуют родителей и в которых родителям очень сложно разобраться. Потому что мы же делаем, в первую очередь, все для детей, должны делать. И мы должны слышать предложения от родителей, должны обсуждать эти предложения все вместе, ну и вносить те изменения, которые необходимы для того, чтобы процесс обучения, воспитания был качественным, комфортным. И самое главное, чтобы мы все, участники этого процесса, понимали, что мы все в равной степени влияем на результат. У нас есть название всего мероприятия «Родители школа. Вместе в будущее». Собственно, об этом я и буду говорить, о возможностях для родительской и педагогической аудитории, как, через какие проекты сделать наше общение максимально конструктивным. Потому что всегда говорю, что у ребенка два в жизни, только два таких по-настоящему важных взрослых человека, на которых он может и должен опереться. Это родитель и педагог. И когда в семье сложная ситуация, он должен всегда знать, что у него есть к кому обратиться в лице педагога. Не к кому-то третьему, кто его обязательно подхватит. И вот о том, как важно быть вместе на одной волне ради чего-то большего и перестать уже друг от друга просто чего-то ожидать конкретно, чтобы школа не стала для родителей местом, где все включено. Мы вам отдаем ребенка, а вы нам, пожалуйста, его назад готового, социализированного и так далее. И чтобы школа не устранялась и тоже шла на контакт с родителем. Это сложно, потому что педагогов не учат работать с родителями. Как сделать так, чтобы друг другу мы были партнерами? Вот об этом мы будем говорить. И, конечно, посмотрим на те ресурсы Вологодской области, на тот инструментарий, на те организации, которые как раз и занимаются и направлены на сближение родителей и педагогов ради того самого светлого будущего наших детей.